Не каждому дано в городе металлургов устраивать спортивные праздники. Не каждый будет это делать без желания засветиться на фоне дня города или иного профессионального праздника. Да и то, что устраивается, к чистому спорту, по сути, не имеет никакого отношения. Так, чистая показуха. Мы не стали делать информационную помпу из того, что происходило в течение нескольких дней на горнолыжном центре «Металлург» Магнитогорск или на футбольном поле Магнитогорского стадиона. Мы попытаемся разобраться в сути события. Итак, день первый. И первый выходной. И, конечно, это не полноценный триал-шоу с прыжками и десятками тысячами зрителей. Нет, такого в нашем городе не будет еще десятки лет. Но для этого нужны вполне серьезные деньги и желание реально развивать развлекательную инфраструктуру. И это там приносит деньги. И пусть мы в арьергарде мирового спорта, но фирмы не слишком большие смогли собрать участников. Если опять же брать пропорции, то на единицу затраченных денег здесь количество участников и зрителей было больше, чем на западных круто распиаренных шоу. Конечно, хотелось бы видеть всю трассу, но и это упирается в вопрос финансирования. Автоград же вместе с любителями поспорить с природой и на технике Полярис. И это не вопрос дилерства, это факт реального выбора магнитогорцев. Подготовил трассу со спецучастками. А вот пилотов никто не готовил. Пилоты — это клиенты автограда, самостоятельно осваивающие нелегкую науку покорения уральской кряхты и непролазных участков. Хотя для квадроциклов непролазных участков, как оказалось, нет. Вот, находясь на финише и приветствуя четырех участников, мы поприветствуем ту фирму, которая сказала «надо». Хотим устроить соревнование. Получается? Конечно, получается. С желания компании «Автоград», в частности, и нашей организации «Магнитогорское внедорожное движение», то есть их не желание, а наши возможности совместимо. Участники довольны, приезжают там в восторге, спрашивают, какой я, что там, азарт. Чисто спортивный дух, вот, который редко увидишь. Свободно так как-то вот, ну, на улице. Мальчики у нас, в смысле, которые участвуют, это совсем уже не мальчики. Ну да, конечно, мальчики. Вот именно, что азарт, и, ну, такой вот, наверное, там, чемпионат, ну, крайнее это мероприятие, это вот чемпионат Европы по футболу, то есть они вот такие вот приезжают. Вот, чё, как, где, кто я, какой, блин, там, ну, ребят, как, здорово, клёво, нам нравится. Мы не в силах описать, потому что, ну, к сожалению, редакционный квадроцикл появится, наверное, ну, не в этом году, это точно. Ну, а что за трасса? Трасса представляет из себя прохождение трассы. Проложена она в лесу, прохождение идет по легенде раллийной системы. То есть это повороты, перекрестки, на которых расстояние, ну, указано расстояние между ними. И, соответственно, участник, то есть гонщик, назовем его так, хоть и ребята начинающие, но все-таки они гонщики, они приобщились к этому. Они идут по настоящей раллийной легенде, вот, прописанной по всем правилам, с этими расстояниями. То есть одна ошибка, проезжает какой-то поворот не туда, он ошибается, он теряет кучу времени, соответственно, он не занимает результат. Здесь внимание, умение управлять своим квадроциклом, ну, как, ну, конечно, везение. Все-таки, ну, спорт и спорт, мало ли что там, наверняка будут все-таки какие-то проблемы. Хотелось, конечно, чтобы они были такие, ну, незначительные, буквально там, ну, застрял хорошо, долго вытаскивался, ну, не больше. А вот утверждение о том, что там, где человек не проползет, там квадроцикл проедет. Есть ли такие места? Конечно, есть. Человек там проползет, ну, человек везде он проползет. Квадроцикл — это проще. Как ни удивительно, квадроцикл — такая техника. Вот если все, что оффроудное существует, ну, за исключением, наверное, вездеходов на пневматиках, ну, это такие есть монстры, но, опять-таки, они габаритные, в лесу не пролезут между деревьев. Квадрик, и он самый оптимальный. Да, по скалам тем более. Вот. Квадрик самый оптимальный, самый легко управляемый достаточно. То есть им его освоить, управление, достаточно несложно. Вот. Но мастерства на нем добиться, это нужно время. Когда делаешь очень приторно, неинтересно. Но даже учитывая физическую невозможность всем зрителям побывать и на этапах, и на финише, праздник жизни, в котором были и шоу-программа, и тест-драйв, удался. И кто-то тестил собственное эго. Ибо не перед каждым в искусстве танца зажигает десяток симпатичных девушек. Кто-то тестил квадроцикл. И если у тест-пилота все получалось легко и красиво, то у людей с меньшими амбициями не все выходило легко и просто. Были и падения, и синяки. И было желание по остаточной стоимости забрать тест-драйвский квадрик.
И тогда бы мы обязательно успели пройти вместе со всеми все тест-участки, прочитать легенду, а возможно и победить. А так, полный боевой и на финиш. Ну что ж, сложно? Ну, так-то не очень сложно, просто вот колесо подвело. Да, весь в грязи. Да, весь в грязи, там грязно. Так, следующий у нас уже... Вот и Дима. Стой. Спасибо, Шли. Как трасса? Так. Слушай, ну трасса знакомая, просто вот эти все карты, они меня только запутали. Если бы я знал, что оттуда ехать, но тут дорога-то одна. А как подготовили спецсейчас? Удовольствие огромное, потому что, ну, с карты еще по этой трассе ни разу не гонял. Спасибо вам огромное. Шикарный праздник у вас. Праздник квадроциклетного спорта. Ну что ж, слезались к ЗАГСу трамваи, скажем так. Слезались к ЗАГСу квадроцикла, и вот собака. Собака! Собака под впечатлением. Вы под впечатлением? Да, я под впечатлением. Что такого самого интересного было? Ну, как бы я не первый раз, поэтому как бы... Ну, трасса хорошая, интересная. И грязи хватает, я смотрю, да? Ну, грязи хватает, да. То есть не... Тяжелая. Особенно в начале, то есть... Вот в самом начале, когда много паутины дорог, то есть это пройти практически невозможно. Так, давайте, ребята, посмотрим, как же выдержал Полярис. И вот даже Полярис со спущенным передним колесом доехал. Сложно было управлять Полярисом со спущенным передним колесом? Однозначно, особенно подкачивая его периодически. И занимаясь шиномонтажом, несвойственным для себя функциям, в несвойственных условиях, но было очень интересно. Но почти получилось, по крайней мере, вот. Да вы реально крут, смотрите, здесь даже действительно шиномонтаж. И вот чего нам, мужикам, не хватает. Грязи, адреналина, тестостерона. Ну нельзя, да и опасно. Это рысачить на приличных тачках по улицам городов. И не солидно как-то потрошить еще боевые машины. Когда есть чудо-квадроциклы. С ценой вопроса невысокой, но с высокими возможностями по проходимости. А главное, это не внедорожные агрегаты, а всепогодные. Как никто лучше приготовленные к условиям уральской эксплуатации. Когда есть горы, есть грязь, сугробы не всегда, но бывают. Вода и реки – это есть. Рыбалка в самых недоступных местах. Охота off course. И призы от Автограда, конечно. Ну а мы, в полной мере насладившись вышеперечисленным, насладимся игрой настоящих мужчин. Это футбол Магнитогорского разлива. И опять же здесь и в очередной раз принесем глубокий респект Автограду. В городе, где культивируется хоккей, удержать футбольную команду дорогого стоит. Не в силах описать то время и не обладая компетенцией, но просто наблюдая за состоянием трибун, эмоциями на поле и болельщиками, смею утверждать, что что-то из нашей спортивной жизни было потеряно. Где рев фанатов «Зенита» и «ЦСКА»? Это что, другая страна и другое время? Да нет, все это тоже. И страна не самая сытая, и люди не самые щедрые. И думается, не грязя о миллионах в долларах контрактах, наши ребята и парни из ближайшего пригорода смогли бы удивлять не хуже Аршавина. И в очередной раз не мне судить, но провести час-два в обществе поклонников большого спорта вместе с Автоградом мне было бы приятно. Воскресный день вроде, казалось бы, да? Погода великолепная, почти Турция, может быть даже лучше, чем Турция. Но в Магнитогорске вы собрали, по крайней мере, свыше 1000 зрителей. Как удалось? Работа, профессиональная работа, которая, в общем-то, команда, которая собирается на следующий год. Вот так мы будем стараться проводить каждый год на следующий год. То есть каждый матч. Вот, поэтому. То есть и болельщики потихоньку тянутся. Но я обратил внимание, что большое количество телевизионных компаний. И вот, казалось бы, в программе, в общем-то, автомобильной, и не только автомобильной, теперь уже по сути, приходится заниматься и спортом. Но пригласил нас Автоград. Ну, я вообще хочу сказать большое спасибо Автограду. Почему? Потому что на сегодняшний день именно большие проблемы у нас, именно финансовые. И спасибо Автограду, он решает проблемы наши финансовые. Еще раз хочу уточнить, помогает. Поэтому вот Автограду большое спасибо, держат слово, сказали, сделали. Есть моменты, где говорили и отказывали, то есть Автоград стабильно
регулярно помогает нашему клубу, за что им большое спасибо. Ну давайте все-таки скажем, что большой футбол – это, конечно же, гораздо больше денег, чем «Автоград». «Автоград» пускай приглашает телевизионные автомобильные передачи, профильные передачи. А главные деньги принесет все-таки великий комбинат. Ну, мне подарили вчера значок, значит, я люблю ММК. Вот. Все-таки я уверен, что наш Магнитогорский металлургический комбинат все-таки вспомнил нашу команду, которая всегда была на комбинате, то есть вспомнит о том виде спорта, который самый популярный, самый массовый, самый доступный, самый дешевый, то есть. И я уверен, что все-таки какие-то результаты все-таки будут, потому что мы уже вот 3 года работаем вот с «Автоградом», то есть, и вот эти праздники организовываем. Я думаю, что это все напрасно не пройдет.